Новый год не мыслим без подарков. Особенно их ждут дети. Подходить к выбору подарка ребенку следует очень внимательно. Необходимо, чтобы он действительно радовал его и был ему дорог. Выбирать подарки для своих родных людей всегда приятно. Вдвойне приятно это делать для детей. Ребятишки, особенно маленькие, верят в Деда Мороза, и это непременно надо учитывать. Родители, бабушки и дедушки часто готовят детям подарки в виде сладостей. Их кладут под елку или вручают лично. Стоит напомнить, что такие же сладости они уже получили в садике и в школе. Может быть, лучше тогда заменить их той же игрушкой, о которой давно мечтал ваш ребенок. Или еще чем-то, что порадует ребенка в большей мере, чем привычный пакет с конфетами. Существуют правила, которые могут выбрать подарок ребенку. Учет возраста. Маленькие детки, которые верят в волшебство, могут нарисовать или рассказать, что они хотели бы получить от Деда Мороза или Снегурочки. Малыш, поделившись своим пожеланием, даст подсказку взрослым. Дети сейчас взрослеют быстро. 8-9 лет они хотят получать более серьезные подарки, а не только конфеты и игрушки. Лучше поговорить с ними на эту тему. Узнать, о каком подарке на Новый год мечтает ребенок. Хорошо, если будет несколько вариантов. Тогда подарок может стать сюрпризом. Все купленное, игрушки, электроника, гаджеты должно быть качественным и служить хозяину как можно дольше. Необходимо обязательно учитывать пол. Если ребенок постарше, то тут не пройдет вариант универсальности. Покупка должна выглядеть богато, красиво, обязательно вызывать яркие эмоции и соответствовать полу. При покупке игрушек малышам покупатель непременно обязан обратить внимание на безопасность товара. Если чаду менее 3 лет, то качество игрушки должно быть обязательно сертифицировано. В ней не должно быть мелких деталей или других элементов, которые могли бы как-то навредить ребенку. Даже взрослый человек часто судит о товаре по его упаковке. Не менее важна она и для ребенка. Он лучше воспринимает все яркое, блестящее, красочное. Если ее нет в магазине, то упакуйте сами. Заверните в красивую бумагу, перевяжите ленточкой. Придумайте еще что-то необычное. При выборе презента непременно следует учитывать вкусы и интересы. Вы не порадуете ребенка обычными перчатками. Но если он ходит в секцию футбола и стоит на воротах, то профессиональные перчатки вратаря наверняка придутся ему по нраву. Нравятся детям подарки, с которыми они могут играть вместе со своими друзьями. Например, это может быть настольная игра, кукольная кухня или дом, набор врача. Такие игрушки дети очень любят. Они позволяют пригласить к себе домой их друзей, чтобы поиграть вместе. Не оставляйте покупку подарков детям на последний день. Сделайте это заранее, когда можно походить по магазинам без давки и суеты. Это гарантия того, что вы найдете именно то, что точно понравится вашему ребенку и принесет ему огромную радость на новогодний праздник.